Американский стаффордширский терьер. Американский стаффордширский терьер является прямым потомком английского стаффордширского бультерьера, который прославился у себя на родине и во всем мире. Английский стаффордширский бультерьер произошел от скрещивания бульдога и фокстерьера, а также использовался, вопреки распространенному мнению, не только как бойцовская собака. Он был популярен и среди охотников для того, чтобы сбивать с ног кабанов, использовался как защитник и охранник. Также этих собак часто содержали мясники. В середине 19 века многих особей перевезли в США, где хозяева собак и заводчики основали собственную программу разведения и создали свой собственный клуб. В Америке этих собак начали называть амстафф, чтобы как-то отличить от английских стаффордширских бультерьеров. Тем более, что в Америке заводчики выводили более крупных особей, что привело к определенным последствиям. В 1976 году официальные организации приняли решение изменить название породы и четко разделить стаффордширских терьеров, выращенных на территории Америки, от своих английских братьев, так как американские собаки уже обрели свои собственные характерные черты, в том числе и более крупные размеры, хотя до сих пор имеют много общего с английскими особями. Американские стаффордширские терьеры в настоящее время широко используются в качестве сторожевых псов и помогают в работе силовых структур. Они участвуют в соревнованиях по тяжелой атлетике и ловкости, но их любят во всем мире в первую очередь именно как домашних животных. Хотя имеет место и репутация агрессивных бойцовских собак, благодаря чему в некоторых странах есть законы, ограничивающие содержание породы амстафф, как бы ни было, сегодня это очень популярная универсальная порода, которая пользуется успехом во всем мире. Порода собак амстафф имеет мускулистое телосложение, невысокий рост, но в каждом движении животного угадывается сила и мощь. Грудная клетка широкая, объемная, конечности короткие, мускулистые, шея массивная, пасть большая, мощная. Стаффордширский терьер имеет силу укуса около 22 атмосфер. Уши, как правило, купируются, либо сложены, хвост купируется не всегда. Шерсть короткая, окрас может быть любым, кроме белого, но наиболее распространенными являются черный, коричневый и темно-рыжий. Вопреки распространенному мнению, американский стаффордширский терьер – это очень добрая, отзывчивая и дружелюбная собака. Безусловно, есть немало владельцев, которые осознают мощь челюстей и возможности своего питомца, а потому сознательно взращивают в нем негативные качества и культивируют агрессивное восприятие окружающих. Однако, если вы нормальный человек, то будете воспитывать свою собаку соответственно, а значит, не стоит бояться, что она будет вести себя неадекватно и приносить необоснованный вред людям или другим животным. С другой стороны, вы должны понимать меру ответственности и стараться удерживать свою собаку от конфликтов с другими псами и людьми. В кругу своей семьи американский стаффордширский терьер, или как его еще называют амстафф, это любящая, чрезвычайно преданная и открытая собака. Он отправится за вами на край света, будет преданным другом и с удивительным упорством перенесет любые лишения. А если хозяин будет воспитывать свою собаку правильно и позаботиться о ранней социализации, хотя иногда бывают случаи, когда негативные гены берут вверх и у собаки проявляется неисправимая агрессия. На самом деле, на ранних этапах развития крайне важно выработать в животном доверие к людям. При этом можете не беспокоиться о том, что при проникновении злоумышленников в вашу квартиру или частный дом, собака захочет с ними подружиться. Это совсем не такая порода. Скорее всего, злоумышленнику придется перенести самые тяжелые моменты в своей жизни. Порода собак амстафф прекрасно понимает ситуацию, отличается высоким интеллектом, отлично понимает людей и осознает свою ответственность, если ему поручают охрану территории. Хотя данная порода не отличается склонностью лаять на все, что движется в пределах его зрения, в нужный момент она среагирует как надо. Эти собаки прекрасно подходят в качестве защитников, и многие хозяева специально дрессируют их для подобных задач. Для содержания на цепи или в вольере такая порода не подходит категорически. Им нужен контакт с людьми. Они нуждаются в прогулках и физической нагрузке, разнообразных активных играх. Детей воспринимают хорошо, особенно если это дети из своей семьи. На самом деле вы удивитесь, насколько ласковой и доброй может быть эта устрашающая на первый взгляд порода. Американский стаффордширский терьер отлично воспринимает физические нагрузки, тренировки и дрессировку. В целом данная порода отличается послушанием, и упрямство, как правило, проявляется лишь в юношеском возрасте, когда собака начинает активно позиционировать себя. В этот момент хозяин должен проявить твердость характера и показать себя в роли лидера. Амстафф может выучить множество команд, но базовые должны быть изучены в обязательном порядке. Хозяин должен быть последовательным, сохранять терпение, быть строгим, когда это нужно, но в первую очередь рассудительным и добрым. Для закрепления команд вы можете использовать их в повседневной жизни, например, когда собираетесь дать питомцу игрушку или вкусняшку. Также старайтесь поддерживать дисциплину относительно места для сна, времени кормления, особенно если это кобель. Американский стаффордширский терьер относится к гладкошерстным породам, поэтому вы можете вычесывать свою собаку
собаку раз в неделю, и этого будет достаточно. Глаза обычно чистят ежедневно, уши очищают 2-3 раза в неделю, купают животное 1 раз в неделю, когти подрезают 3 раза в месяц. Порода может привыкнуть жить в квартире, если будет получать ежедневные прогулки и физические упражнения.